Всем привет, мои хорошие! Мы с Сашкой мы вышли погулять. Я вчера была, сидела дома весь день. И вот сейчас вот мы вышли с ним на набережную чуть-чуть, 5 часов вечера. Не так холодно, так приятная погода. Такой легкий ветерок идет, и мы идем с ним сейчас. Тут раньше было такое красивое растение, сейчас все уже отцвело. Привет, друзья мои! Как, Сашка? Пью чай. Я Светлана Та. Дурачусь, как ребенок. Новым годом здесь не пахнет. Вот такая у меня елочка. Я Ерушан. С Новым годом! Я Ерушан Скутос. Спасибо, что вы были с нами. У моего оператора нету силы и терпения снимать долго. Я говорила, разговаривала, что-то вам рассказывала, а он, оказывается, выключил телефон под мышкой. Телефон, да, уже по-русски разговаривает много. Он меня иногда своими знаниями поражает, удивляет. Приятно. Ашки, мне без бы ел до гидю. Нерея гидпек из тюрьмы. Нерея гидпек из тюрьмы. Московская гидпек. Так что... Ой, что бы мы делали, если бы у меня не было Ашки, а я у него не был. Так бы... Не знаю бы, что делали. А? Nereye atıyorsun? Evet, o güzeldi. Слушайте, мои хорошие, красоту. Радуйся. Снимает меня. О, güzel attın. Mama. Martılar da geldi. Martılar da beleşçi. Aşkım kavga çıktı. Какое удовольствие на них смотреть. Душа успокаивается, да? Хотя все нормально с моей душой. Сегодня позвонил мне сыночек мой, наконец-то. Его не было на связи 3 недели. Я так переживала, так переживала. А у него интернета не было, оказывается. И сейчас я успокоилась. Я ждала его в феврале, что он должен вернуться уже. А оказывается, его пока не возвращают. Но это для него хорошо. Так что вот такие вот, друзья мои, новости у меня. А сегодня утром меня разбудила мама и показала мне мою внучечку, которая уже пошла в школу, настоящую школу, не онлайн, как она раньше ходила, а именно в живую школу с учителями, с учениками, одноклассниками. Такая она красивая в наших в этих вещах. Наконец-то сейчас она уже их одевает, сумочку, портфель использует. Говорит, бабуля, мне очень нравится, там все так красиво, и главное красиво. А то, что заниматься, пока она еще не понимает, ребенок, что нужно учиться постоянно. Ну, со временем этому всему научится. Вот такие вот у меня сегодня хорошие новости, друзья мои. Поэтому я свечусь и пахну, да. Пошли мы пройдемся. Такая погода замечательная. 17 часов 15 минут скоро будет. И сколько температура по воздуху? 19 градусов. Так тепло сегодня в Мерсине. Днем, наверное, было больше, когда солнышко. Ну, смотрите, как море подошло.
как близко море, потому что в Измире вы видели или не видели такое наводнение и землетрясение было в Измире сегодня. А, лялька как закопалась. Какое красивое небо, правда? Очень красивое небо. Послушайте, мои хорошие, как морем пахнет. Но море, кстати, не пахнет. Ну, в ту сторону не пойдем мы. Мы вышли так чуть-чуть погулять. И еще у меня сегодня такое желание купить курицу, которую жарят на вертеле. И покушать. Вот так мы сейчас пойдем с Ашкемом туда, в этот сирийский район, и купим. Сегодня я хочу отдыхать от еды. Я так разленилась. 5 раз повторила это слово, Ашкем смеется. Пойдем и погуляем, мои хорошие. Туда-туда-туда пойдем и выйдем туда. Одежка. Парк. Нафотографировались возле этой бабочки. Какая красивая панорама отсюда. Море сегодня беспокойное. Но такого красивого цвета, да? А мы пошли дальше. Виллы отремонтировали. Такие домики хорошие, правда? Эти шикарные виллы. Все отремонтировали, кроме последней. Ой, а клумба здесь какая, посмотрите. С пальмочкой. Правда, классно? И ремонт, наверное, только закончили. Ну, не все, конечно, но... Вот. Сколько метров? 20 метров от моря. Ну, здесь им не сладко живется, когда шторм. Сегодня шикарная прогулка у нас. Домик такой, весь в цветочках. Якобы фонтанчик. Красиво. Это парк
всеми вам знакомый уже, не так ли? Все устраивают пикники, сюда мы ходим на пляж, на море. Надеюсь, сегодня видео вам понравится, такой интересной экскурсии. Наш Соли Помпилиус. Вот мы привыкли к нему, а для людей, вот смотрите, я вижу впереди студенты, вроде бы туристы. Для них это все обычная жизнь. Вот рядом находится ферма чья-то. Так вот продают что-то, они такое, пахнет навозом. Там дальше, видите, вот здесь вот дальше яйца продают домашние. Яйца продают домашние. История Мерсина. Пашка далеко ушел, а я все стою. Вы видите собаку? Вы видите, она поет, подпевает. Наша прогулка с Ашкымом никогда не заканчивается без покупок. Зашли мы в Юзбир и сделали покупки. Всегда в доме что-то не хватает. Чек на 150 лир. Вот чек, пожалуйста. 150 лир. Сейчас я расскажу вам и покажу, что мы купили. Я вот решила взять горошек такой. На оливье огурчики. Соевый соус я очень давно хотела. Он очень вкусно. Курицу там его обрабатывать, а также в салаты добавлять соусы. Соевый соус. Так, взяли мы такие нагеты на такой день, черный день, когда мне не захочется ничего делать, готовить. Естественно, сосиски у нас быстро идут. Я их люблю очень. Взяли такую бастурму. Пастырма по-турецки. Ну, бастырма. Вот уже нарезанная она на завтрак. Так, взяли ушные палочки. Килограмм взяли булгура. И что я хочу? Чем хочу вас порадовать? Я нашла медовик. Я где-то увидела, что... рекламировали наши девочки, сказали, что медовик продается. Вот решила попробовать. Попробую на вкус и расскажу, похоже на наш медовик или нет. Так, мы купили пасты, мы зубные щетки часто обновляем с мужем. Одна Colgate, одна такая Урал, со скидками были. Купили курочку. Она никогда не помешает в холодильнике. Взяли вот такой вот белый уксус для обработки зелени. И салаты тоже принимают. Ну, средства я всегда покупаю. Они у меня быстро очень израсходуются, так как я в полы мытье полов добавляю. Для мытья полов добавляю в жидкость. Взяли ферри. И Вернел купили. Ну, вот, мои хорошие, вот это вот все нам обошлось 155 лир. Так, еще мы зашли, заказали курочку, хотели сразу забрать, там было поблизости. Но, увы, нужно ждать у нас, мы ждать не хотели, сказали, вот привезут домой тогда. Вот смотрите, какие цены у них.
тут и сирийцы делают, сирийский этот магазин, там килограмм донера того 55 лир. Я посмотрела, но это, конечно, не каждый день, а можно иногда себя порадовать. Вот, смотрите, 35 лир, а где написано? Даже я много чего не знаю, что здесь написано. Гюнлюк, дневная еда. А вот, наверное, это капса. А я не знаю даже. Что только они не готовят, видите? А вот тавук ала акевк, наверное. 29 и за доставку 5. А может, сервисом еще там что-то. Видите? Цены. Мантарлы тавук. Это емеклери. Но из мяса, конечно, подороже. Салаты разные. Салат из роки 12 лир. Цезарь 20. Ух ты, даже цезарь есть. Спагетти у них есть. Итальянская кухня. Молодцы. Так, а здесь посмотрим. Из гара кебаб. 140 на килограмм. 40 лир вот рядом. Кебаб Адана, кебаб Атлиджан, кюфте и так далее. Видите? Такие расценки. Хумус 9. Хумус это из гороха, так, из нохута. В общем, жареный картофель 8 лир. Бюрек из сыра 9. Ну, бюрек из сыра я... Где мы жили раньше, в другом городе, намного было чаще мы покупали и кушали, чем здесь. И тяжело было, знаете, организму. Здесь перешли мы как-то на здоровый образ жизни, на все полезное, кушаем свежее, стараемся, во всяком случае. И чувствуем себя хорошо со Шкемом, нет никаких проблем с пищеварением. Все у нас нормально. Что, будем ждать нашу курочку, я вам покажу ее. Наконец-то пришла наша долгожданный заказ. Сейчас вместе с вами открою и посмотрю, что здесь. 35 лир заплатили за это. Открыли мы. Что здесь? Вот смотрите, курица, картошка, плов такой турецкий. Турецкий хаир сурели, а? И разные соусы. Все, приятного нам аппетита. После вкусного ужина мы пьем турецкий чай с этим медовиком. Вы знаете, какой он вкусный. Ашкем бегадин мы сан, соли? Гюзель. Гюзель, видите, Ашкему понравилось. Действительно, похож на наш медовик. Так что я умею готовить, надо будет приготовить ему. Мед надо купить такой. Очень вкусно. Приятного нам аппетита. Думаю, что на этом буду заканчивать сегодняшнее видео. Отдыхаем со Шхемом. Нагулялись. Наелись. Буду для вас смонтировать видео. И отвечать на ваши комментарии. Извините, с полным ртом говорю. Всех целую, люблю и обнимаю. Ваша Светлана.